Зайдите, просто зайдите, сука, блядь. Погоди, сейчас посмотрим. Блять, сука, ну почему они такие, блядь, нет? Вот так и везде быстрее будет у тебя, если я. А кто не едет у тебя? А ты что не едет у тебя, если. Жесть. Вообще по всем крестикам проставил. Конечно, ой, сразу надо было по всем крестикам. Может, я его так. Я ненавижу, блядь. Олег. Я кину взрывчатку дальше с ним. Сложно. Взрывчатка там. Минус флик. Сзади. Опять же, блядь, повторя нахуй, блядь, русский. Меня сгубила водка. Да? Ага. Смотри, а пират зашел с врага. Да мы вдвоем только останемся. Я да. Сказал, пират, за наших, за наших. Тульдигум, Данки, Шон, бла-бла-бла, ты шо, пират? Ах, блядь, это... Я заглом, везде стены, блядь, откуда? Для клаустрофобии. Представить, как ты пьяный, блин, поссать ходишь по квартире. Кто-кто? Я? Блин, у кого там стены фургон? Нет, Костя. Да блин. Я, кстати, промазал первый раз. Это тоже. О, Котовский правильно действует. Они наверху, на скалах, с левой стороны, там где лестница. Да бомба, ёб твою мать, ты чё так прокрутил? О, спасибо. Это я тебя прокрутил? По-моему, да. Поднимайся по лестнице справа. Блять. Стратути? Видал. Значит, Андрюха был. А ты что, сделал вид, что чтобы типа я тебя не заметил, а тебя не заметил, типа, да? Нет, я тебя заметил, но ты лег, Андрюха, Андрюха, на самом деле, ты вот там так жирно ползал, я три раза по тебе пытался попасть. Ну а что ж ты по мне не попал? Кивотовского рандомная арта накрыла, вот это блаженство просто. Вот это плохо. Чего вы так не любите? Кивотовский, сука, он очень сильно... Олег, уйди, Я открыл скрюш на эту грану, по-моему. Ай, вижу вас обоих. Блин, ну неудобно стрелять оттуда. Дайте промчать. Ой, кто? Я оружие потерял. Где, блядь? Кто? Курочка говорит, кто? Ой, я косой. А, я понял, короче. Ты фель. Ой, русские сверху бегают, суки. Да ты, да, ты! Да? Джон, смотри, а, слышал. Да, да, хорошо прикрыл, красавчик. Он наверху. Нет, я не знаю. Скай, беги наверху! А, так это твоя граната, блядь, я хотел ее подобрать. Что ты делаешь-то? Ты что? Я думаю, халявная граната лежит, сейчас подберу. Не подбирается, баба. Да, граната, что говори, лови, Скай, халявную гранату. Скай, что-то ты любишь. Гранаты раздавать. Теперь Скай меня угостил, блядь. Ух ты ж, ёб твою мать. А что ж ты будешь делать? Не целись, не целись. Давай от бедра, как обычно. Не целись, не целись. Давай, не целись. Патроны кончились, погоди. От бедра, ты сам сказал, от бедра. Так, погоди, блядь, перезарядись. Спасибо. Ты чего сам любовные страсти все время? Да, мы тут с Колей тренируемся, от бедра стрельбуем. Ты ж сучара русская. Блять, неудачно кинул гранату. Ты посмотри, сучара, где сидел, а? Застрял в текстуре, просто я шикарен. Джонский, ублюдок Джонский. Разумный, получил, блин. Я только пришел, не на ночь. Кто меня стрелял? Не перетримаю. Ничего не понимаю. Воюй как мужчина. Как мы со Скаем от бедра.
Промазал, а ты думал, я побежу туда, а хер там. Я думал, ты можешь там сидеть. Граната. Да не буду я там сидеть, я тебя знаю. Опера, так это ж ты сидел там, выглядывал, ёпта. Ну а кто еще? А я думаю, кого же там палю? Раз выглянул, два выглянул, думаю, блядь. Ах ты ж, блядь. Опера, ты сука, тоже пересел, а? Перекидывает. Так, где тут комбо жующий? Успокойся, пират, с гранатами подальше от меня. Да не фы, они ручные. Хорошая шутка. Ох ты, я вижу. Я удивляюсь, как Витовский играет. Меня только что убили, а ему пошло в голову перезаряжать оружие. Витовский? Да, я не знаю, как он играет, как у него получается так всех урубить. Как? Объясните, как я в него не попал? Здрасте. Как? Здравствуйте. Я в него не попал. Переделаем. Что ты сейчас проведу. Здравствуйте. Вот на секунду. Да-да-да, я знаю эту тему, да. Сука. Че, в сушку? Не, ребят, дальше. Ну, его. Давай в сушку. Давай в сушку. Ух, давай мне это. Давай мне. Иди, давай. Самый левый. Ага. Кстати, у немцев есть цветы 4. Трофейный. Как это? Просто перекрашенный. Да, он перекрашен? Ммм, коричневый такой. Канадец? Ну, блин, ну, блин. А, вот я только что за руля разом не катался. Не-не, давай вот, на снимки по нему не боим. Видишь? Плохо слышен, Дим. Да, да, вижу. Давай, правее поворачивай. Вижу, да, листит. На 12. Стой, да, вижу. А, точняк, слушай, такой. Коричневый. Угу, с крестом. Крестом. Сушка, не стреляйте в меня, это низко. Я. Слышите? Чуть выше возьми. Вы на сушке? О, бля. Не с крестом, не стреляйте все равно. Да, я слышал, что сказали стрелять. Что фашистки. Баник! 3-4. Баник, Олег. Вон он, блядь. Сейчас я его... Наверное. О, блядь, не выйду. Не выйду, блядь, не выйду. Нихера себе, ты ему в пердах приехал. Ага. Смотри, отчаянно бегут. Ой, как он медленно крутится. Ты успеешь его разбирать? Думаешь, что? Ах, пидораска. А он даже не понял, что приходит. Вот если бы у меня было ачивки, я бы получил его. Называется Tiger Hunter, или как так. Ай, бля, вообще жесть. А как это так заехал? Ну просто подкатился, у меня же там гораздо быстрее. Mm-hmm. Че там, Дим, ты где? Так, все, пожалуйста, собираем. Погоди, это под, блядь, в подбитый танк стреляем. Офигенно просто, чувак. Ты стоит на холме такой, здоровее тебя. Это враг. Блядь, старый, да, знакомый наш. АС-123. Сейчас возьму, точно проверю. А, ты тучку берешь? Да. А ты отсюда стрелять не хочешь по нему? Чё стреляете? Танк давно стоит, это... Угол не ищу. Ух ты ж, блядь. Ты прикинь, у нас едет три танка, и все три, включая меня. Слушай, ух ты ж, блядь. Нет, быстрее, 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 быстрее. Давай, Скай, ебашь его, блядь, не пизда, Скай. Добей его, нахуй. Он что-то подозревает. Отомстил, нахуй. О, я смотрю за этого штука. Это баррель 772, на тебя разворачивается. Скани, надо вылезать, да, с него. Олег, сейчас я буду бить. Ой, будет, нет, 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 не попадет. Он... Да-да-да, заезжай, заезжай ему за спину. Заезжай, заезжай. Ой, этот рикошетил как прям рядом. Ой-ой-ой, Олег, плохо, плохо, плохо. Раскручивайся. Не, я поставлю здесь. Так, сам. Вовка, давай. Ай. Забери меня там же. Давай. Я. А, понял. Сейчас я подойду. На долю секунду все зарядился, Тимур. А же была северная линия, да, ведь? Пират, ты, блядь, что ли? Нет, нет. Нет. Да глаза, блядь. Спасибо, брат. Да просто он любит там гранаты кидать. Покруче. Как, одноглазый, одноруки, одноногие, блядь, бандит, епте. Ай-яй-яй.
О, хорошо закинул просто. Смотри, сам тебя заколол, а Скай тебя взорвал гранаты. Охуенно. Охуенчик. Осторожнее. Там под контролем. Их контролем. Все под контролем. Под контролем их? Или нас. А, наши уже. Хорошо. Хорошо. Тут такой выглядывает. Тут у нас. Что это произошло? Что произошло? У меня картинка попула. Да ну почему? Нет! Нет! Есть! Слышь, ты предсказал прямо, Андрюх. Сам меня зарежет, а я угранный. Ну, нормально. Русский синий, блядь. Ну, пиздец. Блин, вы даете просто, я... Второго. Блин, просто Скай, я это видел. Третьего. Ах, не увидал, не увидал я. Третьего видел. Скай, а второго. Блин, просто Скай, я это видел. Третьего. Хорош. Ах, не увидал. Третьего видел. А я увидел. Хорош, надо просто красавчик. Са, слышишь на башню? Ты бесишь. Что? Я не смеешь. О, блядь! Еще один килл шикарный, просто в никуда хуярь, блядь, попадай. Пиздец. Народу. Я бой! Загранился. Блядь, граната! Нет, убегай, убегай! Ложись сюда! О, блядь! Он там сидит, пытается захватить. Шлюха. Надо убить. Я отойду, попытался его зарезать. Пират. Ой, ёбля. Хватит, пират, красавчик. Папаша. Блять. Кто тут? Я наверху, ты. А, ты свой. Он идет, идут. Идут прямо по полю, двое. Блин, вот рату все. Я думал, ты ближе направо. Не мой вегись. Олег, молодец. Да. Сука, они меня подорвали все равно. Он как раз переключался на гранату, что да. Ну, да, потому что я, он, мы бежали, мы друг друга увидели, я упал, и он упал, и ты его заколол. А чё я достался, блядь, не я тут стрелял? Бил клумбы, а начали стрелять в меня, блядь. Чё я? Ты убил, а стрелять меня начали. За родину! Подумали, что это ты виноват. Он меня подстрелили. Шеф, меня подстрелили. Киватовский, сука. А, ну Киватовский у нас в команде. Ну нормально. Все равно Киватовский, сука. Он уже погорел. Неплохо. Но он так жестко меня пытался выцелить. Каждый раз. Вообще бежал по тому же маршруту. Там и в одном и том же месте бежал. Я знаю, той же точке где я. Чтоб вы сдохли, блин! Есть! Одних. Как, блять, нас... Нет, я пас, пш, я наигрался. Что, рейдж квит, что ли? Да, в миллиметре просто не под... Да мне уже все не идет, короче, игра. Я не знаю, никого бить не могу. Славыш, пьяный, что ли? Начало хорошее было. Просто остались самые ядрёные. У меня конец хороший. Остались самые задроты, блядь. Да все те же лица, как бы, что-то ничего не поменялось. Нет, до этого были еще и просто, как бы, пушечное мясо. А тут остались самые задроты, поэтому теперь с ними тяжело. Хуй там плавал. Да нет, я, блядь, тут в миллиметре. Я нет. Просто в миллиметре, когда, блядь, полетает пуля, мне это не нравится, я просто бомблю. Мало я.
Бля, еще. А там есть проход сзади, я не знаю. Ну, я имею в виду с нашей стороны. Да, с нашей стороны. Блять, там, охуеть. А где зона-то, ёпта? Она где-то внизу, что ли? Предпоследняя, она внизу там? Да, она внизу. Блядь. Тарасан. Ебучий танк, сука, как не бесит. Кажется, они сейчас скинули, сейчас ты срёшься. Блядь. Танк приехал слева? Слева, слева от моста. Он подальше держать на все раз. Кумба, можешь ебануть там, типа, слева? А, ладно, можешь. Там другой чувак ебаш. Понял. Кумба справа. Поднимается к нам и с левой стороны. Да. Фашисты! Смешите, это тербрессинка. Он высунул целый зонтов в толпу. Сой, мячик. Он опять. Да, он меня тоже до этого убивал. Там стоит под мостом. Слева. И там под мостом в основном. Черт. Да, вижу танк. Блин. Застряли. Ёб вашу мать. А он видит меня. Расчатка заложена! Ясно. Танк застрявший, бля, пиздец. Как можно было застать там? У нас тоже был застрявший один. Но у нас тут всего один. Ну да. Это правда. Зонтовки.